Мэричка. Мэричка беспокоится, слышит. Ну, да, кошечка спрятана. Кошечка, да? Еще мамочка тут сидит. Да, и вот такая у нас стрижка непонятная. Чтоб кошечка не вырвалась, бо будет тут битва. Капец, она надрала тут двери. Ну ладно, что ж. Конечно, будет драть двери. Из-за того, чтобы к Мэричке выйти, да, Мэри? Зато сейчас будет девочка красивая. Она меня за пальчик трогает. Понятно. Он же из тебя выпустит скоро. Он уже такой был большой. Угу. А я, видать, его машинкой подцепила. Чуть-чуть, подожди, сейчас я тебя выпущу. Кристина. Совсем немножко. Немножко, моя девочка. Лысенькая. Ой, она меня трогает лапкой. Мам, она меня лапкой трогает. Смотри, эту поцарапает тебя. Она уже поцарапала ее и меня. Что, тихо-тихо, Мэри, сейчас я понимаю. Мэри, подстрижем, покажем, какая она красивая у нас будет. Стол, скользь. Мэричка, ты что, уже подстриглась? Нет, она уже еще не подстриглась. Не подстриглась, и что ты делаешь? Куда ты убегаешь? Мэри, иди сюда. А мы же решили кофе попить. Стол же низкий. Наполовину, да? Угу. Иди сюда, к маме. Мэри, это кого красиво подстригли? Вот она уже красивенькая девочка. Мэричка, тебя подстригли, да? Подстригли, моя. Посмотри на маму. Вот так, моя куколка.